все вперед. Not so fast, baby. Не, ну Нолану проигрывать нельзя, полюбас. Надо втаскивать. Ну ты не проиграешь. Да, авиатрах там, если что, запустите. Чтоб нам тут не мешали сотрудники непонятной полиции. Фу-ху. Как в голову? Ты меня подбил, а потом я, да, ты меня добил. Да что ж такое? Третий магазин пошел. Наверное, уже сказывается ночь. 2 часа ночи. Да что ж такое? Бля, я в нуба попасть не могу. Да, 2 час ночи уже, бля. Дикая шняга, бля, я где? Сам ты вообще. Не понял. Блять, пиздец какой-то. Привет, парадокс. Дичь какая-то. Какой-то сегодня день вообще, или это сессия такая, блять. По 3-4 раза в человека с 50-ки стреляю, выживаю. Господи, Диан, что ты делаешь с моим мустангом? Хорош, блин, сексом за этим заниматься, нахуй. Прикольно, я в тебя попал. Выстрел вообще был в какую-то левую точку. Я в тебя попал. Охренеть. Игра. Прекрати. Диан, это ты кому? Насчет поползай. И это по поводу чего вообще? Что это вообще? Чё, Блэк? Чё завис на он? А, ну короче, берешь гранатомет. Вот. И стреляешь. Да, там несложно быстро стрелять из гранатомета. Научиться. Ну короче, берешь гранатомет, встаешь за укрытие. Да. Из-за укрытия быстро нажимаешь, ну, стреляешь быстро, короче, вот и все. Прикольная штука, но дорогая. Я вообще один из первых, по-моему, кто узнал это. Мы знали уже давно с Димычем. Видео было еще года... Еще раньше. Там вроде изи баг. Еще в 15-м году я вот хуйню узнал, что можно так делать. Ну, все простейшее. Как там из текстуры попадать, там в ФБР и остальные здания, в некоторые типы зданий попадать в текстуры. Как все зовут? Тиран, блядь, как там 78 сидел. Нубия.
Попал. Умри, бля. Она грузы возит, как обычно. У нее дела. Это мы тут распиздяйством занимаемся. Человек там бабки фармит. Блять, ты чё, бессмертный, ёбаный в рот? Вот опять уже по три раза тебя стреляют. Да что ж такое-то, а? Твою дивизию. Диана, ты сейчас в тачке угонять будешь или чё? Блэк, жалуйся. Чё там? Да опять насчёт пробах. Это с третьего раза, это пиздец какой-то. А, окей. А с чем там помочь? Давайте, я тоже помогу. Киньте мне прилоз. Да о чем? Чего нет? Ну есть, возьми гидру, я тебе сейчас покажу. А что там? Да, блин. Зоди там что? Каскадерские гонки гоняют, да они? Слышь, Али, что за баг? Что он делает? А, ну окей, я тогда поеду по наволе. Лебег. Да-да-да, что? Что этот баг делает с гидрой? Ну, он ускоряет ее два раза. Да? А зачем это надо? Ну, говорят, да. Свитбум, спасибо, выходи, иначе не получится. Лучше свитбуму и спасибо не выходи. Доиграли. Да ёб твою мать, задолбал ты уже там, блядь, кувыркаться. Ну, типа, знаешь, когда вот две гидры кружатся, у них гидры только не могут. Хоп, плеск, вперед вылетаешь. Джойстик, слышь, Гранд Марк, джойстик к USB-шной, купи и все. И летай на самолете на джойстике, и все. Хороший Гениус 512 500 серии. Купи себе, и все будет нормально. Ты такие вещи будешь творить, блядь. Ты в пассиве остался. На лазере. Почем? Он, по насколько я помню, я его покупал за 3 с чем-то. Выйди из пассивного режима. Он дорогой. Я тебе могу сказать марку, если хочешь. Сейчас вот сделаем выстрел, там кто-то погибнет. Я тебе скажу, как конкретная модель этого Logitech. Вот на нем я летал здесь, на этом. Сейчас скажу, подожди. Кого? Ну да. Короче, это этот Logitech. Не, чё, кто выпрашивает? Так, ребят, я с миром. Я с миром. Сейчас, секундочку, подожди. Ну вот. Сейчас я кто? Скажу. А, блядь, сука, надо подсветить. Чё такого? А мне Ар сказал. Я скажу ему. О, прыжки пошли. Надо выиграть. Хотя, да я знаю, как его делать, если у кого-то там ракетный этот вольтик есть, я думаю, вообще выиграет без проблем. Имба стопроцентная в таком деле. Да он к муслу. Слово туну пацана. Непонятно тому, кто не бежал в местных с перебитым носом, пьяный по дворам. Нужно расстаться на... Слушай, по-моему, 771. 751 конкретно. Вот так, по-моему, пишется. Либо ВВ 751, либо ДВ 751. Короче, у него есть кулер, чтобы руку охлаждать. Щанул он 2 секунды.
Так, все, го, поехали. Нолан, ты готов? Короче, бери 751 Grandsmark, и будет нормально тебе летать без проблем. Но он самый лучший такой, как мне показался. Ну и по цене он... Да убьет он тебя на верте, какие проблемы. Нолан, ты здесь? Там происходит. Что, все-таки нужна помощь, нет, да? Номан. Чё вы там делаете? Ребят, вы там чё, на крыше тусите, что ли? No. О, Стирлинг GT. Это этот... Забыл, как называется этот Мерседес, сотый SL, по-моему, не, 300 SL, во, да. 60-х ну, годов. Гоу! Блять, надо же, попал. Блять, ну я хотел с ПДМ сделать, скажу честно. Ладно, пизду друзей, пизду подруг. Ну вот чувствуется, что давно без подруг. Ты типа подпёздыватель? Главное здесь. Подпёздывай. Прикольненький Челдрон. Давно таких не видел. Чем-то на Серёжу Киллера похож. Такой же тупой. На в башку. Вот это, по-моему, был СПДМ. Сука, я точно не знаю. Были у тебя... Ты полный... У тебя полная жизнь была или нет? Ну ладно. Сейчас. Когда я тебя убил? Подожди, ЖД. Я нажимаю W, восьмерку, S и пятерку, и все это одновременно. А. Вот, сука, точно не могу сказать, был СПДМ. Ух ты, ваншот в голову. Повезло. И он должен заглохнуть, да, еще? Гидра.
Но двигатель открыли. По-моему, у меня получилось, не? А чё ты не стреляешь? Давай, нет. Чё за дичь? Срежем ты здесь. А хотя, погоди, где у тебя гараж-то? Да блин, я просто смотрю, маршрут выбираю покороче. Ты лучше маршрут выбери без урона машины. Perfect DM, PDM навешал тебе. Так, Хьюстон, у нас проблемы, у нас тут вертолет, блять, боевой. Да не туда ты поехал, Артём. Ты да развернись. Сейчас срежем. Ну ты тачку да так убьёшь, я просто сейчас взорву нахуй ее так вести тогда. Уёбанную тачку что ли? А, у меня конфисковали, не моя гидра. Да нахуй я не буду брать даже вазе. Да, да. Блядь, ты как ты выживаешь-то, ёлки-палки. 100% попал несколько раз, блядь, заебал эта херня уже, ёлки-палки, блядь. О, спасибо, кто там пошёл? Дичь какая-то, просто дичь, блядь. Хьюстон, нет проблем. Заебись, тиран. Ой, блядь, Мерседес, сука. Вот пидор, а. Ну чё, Нит, ты там вроде говорил, что типа похуй уже. Какая-то хуйня происходит. Блять, я заебался нахуй по 3-4 раза в голову, блять. Нет, это не было в голову. У тебя только 2 в голову, остальные второй был добивал. Мне непонятно, почему, блядь, в тебя по 3-4 патрона ходит, блядь. Это уже начинает заебывать такая хуйня. Целый день такое. И вот сейчас тоже патрон вошел, блядь. Да ладно, 7000, господи. Да, блядь. Заебала эта перезарядка. Возвращайся на уровень пляжа. Я подожду. Чего-чего? Нет, выбеги на пляж, тебя опять респанет, если я убью тебя. Куда? Зачем ты делаешь? Я тебе говорю, на уровень пляжа, блядь, выбеги. Нет, извини, я не хотел. Вот опять ты прячешься, да. Вот, на уровень пляжа, конечно. Чего вы все гаражи покупаете в жопе мира какой-то? Ну, потому что самый дешевый в жопе мира, поэтому покупаем. Не прячься. Заебал прятаться. Да ёб твою мать, опять Мерседес. Бля, по-моему, сейчас будет копы. За 10к уже. Ребят, ну чё вы не прикрываете, как бы? У меня... Я еду один без прикрытия. Не пизди, все вертолеты на тобой я снял. Не, ну это да, ну блин. Диана там на вертолете, я думал, она прикроет. Ну она может личную жизнь исправить. Чё ты пристал? Потом я лечу с такой же скоростью. Нужно на вертикалке, что ли, это делать? На вертикальном взлете? А, так, погоди, то есть тут также 4 волны, как с продажей?
Я просто не понял. Блин, ну так бы сразу и сказали, я бы тогда и не перся. Хрень какая-то, блядь, не по нему понять. Я заебался, блядь, по 4 раза гонять. Подожди, сейчас выйду на уровень. У меня получилось, нет? По 4 патронов гонять, блядь, блядь, заебывают. Блин, 2 часа ночи уже, блин, пиздец. И не говори. Ну ничего, сегодня 7 видосиков, даже 8 сделали, прикольно. Поехали, гоу. Блять. Песок попал, стрейфа не было. Да ёбаный в рот. Ну и что? Зато ты СПДМ схватил. Я уж не говорю о ДМах, сколько захватил-то. А это извини меня, братиш. Вообще дичь, блять. Это тебя просто без прицела убивали. Сегодня, по-моему, не мой день. Ты, по-моему, не так давно ник у тебя был другой. У кого? Нет, этот же. Подожди, сейчас вернусь на уровень пляжа. Я подбегу. Ну ты же с читом играешь, ну, чтобы без перезарядки хуярить. Это не чит. От первого лица надо делать. Да конечно, блять, а ты не мужик тогда. Слушай, нет, сорян за то, что так получилось. То есть это играть в игру с читами, задрачивать других и что-то еще рот открывать. Это кем надо быть? Ты чё, тупой? Здесь нет читеров. Читы все в прошлом, забудь. Их уже нет, как только новый патч появился. Всех перебанили нахуй. Не свисти, ты даже не играл после новогоднего обновления, пока ключ от нового чита не получил. Наивный какой. Ты чё, тупой или предваряешься? Нет, просто я слышал твои россказни в предыдущих сессиях. Ты меня, может, не помнишь, а я-то тебя помню. И что, давай голосок дальше играем, ну ладно. Голосок у тебя специфический. Ну, придумай сказки, базара, но мне-то чем не похуй. Ну, то есть я пальцем в небо ткнул и угадал, да сказал, что ты сможешь без перезаряда играть. Делать какие проблемы? Тебе показать, как перезарядка без перезарядки это, играть, блядь, без запросов. Сходи к проктологу. Че ты говоришь, но он. Я не знаю, сколько ему лет, но явно какой-то тупой. Не, ну взрослый мужик, понятное дело, блядь. Он какую-то хуйню несет. Без перезарядки я тебе могу сейчас он к тебе подъедем и покажем, как это делать. И ты сам через 10 минут так будешь делать. Хочешь? Ну запрос. А какого ляда ты тогда кричал, когда тебя на ПВП звали, ты говорил, что отключить эту функцию не можешь, блин. Какую функцию? Блять, арт что ли? Ёбаный в рот. Сейчас, погоди, секундочку, стой. Блять, надо отключить ему звук. Заебал, арт, прекрати, ну когда запись идет, ну ёлки-палки. Блять, забанят же видос за авторские права, эти ебучие, будь они трижды неладны. Так, гоу, поехали. До 34, нолан. Блять, сбил ты меня, Арс, а? Тиран, давай к нам. Приглас херач. Нет, херач, приглас. Там есть такая фишка, переманить. Ой, да это хуета, блядь.
Блять, я ж тебя в 23 раза выстрелил, ёптай мать. Что за дичь? Это просто... Это не, просто... до 34-х. Не-не-не-не-не-не-не, до 34-х играем, никто не победил. До 34-х играем. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, поехали. Только после этого меня с вертолета выбросили. Сказали, недостоин, пошел вон. Ну да, есть такое дерьмо. Вот если нужна поддержка с вертолета, надо тогда Пегасу звонить. Так не, а можно наоборот также в партнера, просто в другой этой организации зайти и все. Как бы, в чем вопрос-то? Заодно как раз вернул два гнусных убийства твоих. Так что вы там угон херачите, что ли? Ну да. Что-то тебя не видно. Ты вообще в... на складе или где? А по поводу нет, быстрой продажу перезарядки собрались. Убрать, ну, да, функцию. Быструю перезарядку сейчас можно делать двумя способами. Вы же не сказали, что хотите. Ее можно сделать на макросе, а можно делать руками. Я делаю руками, научился. Они делали на макросе. Поэтому я и просил убрать макрос, чтобы его не было. Вот и все. Есть куча программ, которые называются «Записать макрос». Ты выполняешь определенные действия, он записывает их, и все, и делов-то. Поехали дальше, Нола. Не спим. Есть макросня, есть кто честно играет. Допустим, быстрые суициды. Очень редко кто это делает через быстрые руки. Обычно на это макрос ставит, и все. Ну, по идее, там можно быстро... Ну, не знаю, аспектон без проблем на кнопочки давит и стреляется. Да, я знаю, но он не топовый игрок. Ему просто... Тихо-тихо-тихо, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ас, прекрати. ПВП идет, успокойся, играем. Ну, зато у тебя хоть целая жизнь, не обращай на внимания, больше не будет стрелять. Арс, прекрати, лети своей дорогой. Все, он улетел, гоу. Ты живой там? Живой, я вижу, нормально. Да похуй, добьешь, не парься. Да он сам всех удалил, Арс, блин. И тебя, и меня. Все нормально, потом, правда, добавил опять. Ну. Да, аспект, конечно, не спорю, ручками все делает, но он не топовый игрок. Те, кто в топе, те юзают макросы по-любому, по-другому никак. Да речь шла не об этом. Про аспектона просто как сказал о человеке, о котором знаю, не более того. Да долбоеба хватает, вон тебе Сережа киллер, блядь. Его все хуесосят. Чистая макросовая тварь. Нечестно играет, ходит, ебашит всех подряд, блять, он самоубивается. Его один раз выстрелишь, он сразу самоубивается, чтобы шаг не потерять. Чисто когда дрочит. Ну, слушай, давай так, ты мой левел у игрока видишь? Он честный. Ну вот и смотри мой левел. Уж не говоря про мой канал. Это уж самый честный канал из всех, которые есть для GTA, наверное. По крайней мере, что касается ПВП, у меня самое честное ПВП. У меня только скиллы, все. Люди приходят играть ко мне, со мной. Сейчас, погоди, а чё модификацию-то шеф отменил? Почему доставка отменена, я не понял. Умри, 30-25. Упс. И еще 4 осталось. Да. Тиран, твоя машина снаружи стоит. Короче, выходи и бери её так. Да блин, да сколько ж можно тебя по 3 раза убивать? Я уже задолбался, просто. Блять, чё за ёб... Так а чё ты модификацию-то отменил, нафига? О, бля! В смысле? Так это... А, да это бывает, когда на продажу выходит там... Это никто ничего отменил, это просто ну, баг, тут, короче. Ну просто тут три тачки, а какая из них на продажу? Не, вот, жёлтый Камаро 72-го года вон стоит. Я вижу. Что такое, а? Ну он без тюнинга остался. Как есть. Да пофиг, бери такое. Такой третий магазин пошел. Дичь какая-то. В голову попал, походу. И
Йо-йо-йо-йо-йо, не, это, не спим, не спим. Да что ж такое? 32-26. О, блядь! Ох, ты убил тебя, да? Вот это был СПДМ чистый. А, ты выжил? Не понял. Странно. Прямо аж в голову вошло. Как так? Да она была пустотела, насквозь вышла, не повредила ткани. Ну вот походу да, у Нолана не повредила, блядь. Я ж прям на скидку вошел в него. Блядь. Твою мать, должно быть двойное свое убийство. Редкость, конечно, большая, но такое бывает. Только больше вслух никому не говори, что в мужика на скидку вошел. Это твои шутки неинтересны. Ну чё ты начинаешь огриться? Я не огрис. Ну это чё, тебя как-то лично оскорбило, нет? Я нет, сказал, я, если не смешно, я не может это оскорбить, потому что игра. Вопрос просто под запись несёшь такую хуйню. Какую-то заправку. Неинтересно. Ну а нафига ты под запись с оригинальным звуком пишешь? Накладывай трек сверху потом. Зачем? Меня этим отличается. Ну, знаешь, играют, если уж играют, блядь, отталкиваться от того, как Брейн сказал, если вы один зашли... Один выстрел остался, и потом говори, что хочешь, блядь, хоть, блядь, с говном мешай насрать тебя. Я обычно такой херни не имею. Отлично. 34-28. Вот теперь все. Да. Ну чё, нормально, навешал тебе демочек. Демочей. Спасибо за игру, бро.